Здравствуйте, мои дорогие. Высшие силы приготовили вам что-то после периода каких-то переживаний, для кого-то, кстати, даже разрушений. Что-то приготовлено, что-то разрушилось, да, и на место этого высшие силы уже приготовили и дают вам. Что же это? Давайте сначала посмотрим сигнификацию все-таки, что там было, да, то есть вот эту точку отсчета, от которой мы можем исходить. Возможно, эта точка отсчета у кого-то уже была, возможно, кто-то вот как раз в этом моменте находится, да. А кто-то, кстати, может быть и будет. Давайте посмотрим сигнификацию. Давайте на одной колоде все смотреть. Так, сигнифицируем точку отсчета. Вот, ну пожалуйста. Пожалуйста, разрушение. Ну вы, конечно, молодец. Ваша энергетика просто, наверное, сводит с ума не только окружение, да, но и высшие силы говорят: вау, ты крутая, ты умеешь перестроиться в моменте и получать энергетику, получать мои дары даже в момент, когда вот все разрушено, да, как будто бы почва ушла из-под ног, но ты знаешь, что высшие силы помогают, что то, что ты заслужила, ты имеешь право взять сама. Буквально, да, настроилась на то, что жизнь тебе помогает. Тут колесо фортуны все-таки говорит о том, что не ты сама крутишь, да, это колесо фортуны, но жизнь тебе дает сразу же, да, когда ты реагируешь правильно на ситуацию. Что-то разрушилось, тут не говорят, что что-то странное произошло. Ну смотри, там говорят о какой-то зависшей ситуации, давайте хлопнемся в прошлое немножечко. Где ты, между прочим, приобрела великую силу, дополнительную силу разума. То есть, ну, знаете, не хочется говорить, конечно, что мы были когда-то неразумны, но каждый день мы становимся умнее и умнее в любом случае, да. То есть тут ты набираешься опыта, вот. И тут девушка, да, которая знает себе уже цену еще больше, чем раньше, да. То есть каждый день она осознает свою ценность все больше и больше, и сила разума ее велика. Что-то останавливает, да, какие-то ненужные для нее процессы, что-то забывает, смотрит вдаль, и сердечко свое, воду вот эту, да, она хранит под... в решеточке такой, да, но хранит. На всякий случай, да. Хорошо, что-то было. Тут, скорее всего, какая-то любовная история, да, потому что здесь именно обратили мы внимание на то, что женщина... спрятала свою чувственность далеко. Кто же там был участником этого действия? Вы видите, сколько пережито было, капец. Бог просто на это смотреть просто так не мог и говорит: так, все, давай, выходи, разрушаем. Выходи, я тебя выталкиваю из этой башни, а башню разрушу. Смотри, обманы, предательства, какие-то склоки, зависшие ситуации. Тут вы в роли жертвы были. Что-то вы такое пережили. Блоки. А посмотрите, насколько целостной вы себя сделали. Часто, когда душа сама себя собирает, она все-таки проходит такой важный путь, сложный путь, да, по кускам себя собирать. Вот вы буквально собрали себя по кускам. Между прочим, отлично. Сейчас после сигнификации сразу же говорят о том, что будет, да, то есть то, что дается взамен этого. Так. Вы приобрели определенный опыт, и сейчас высшие силы говорят: у тебя достаточно сейчас сил, достаточно опыта и знаний для того, чтобы ты не авансом, да, а вот именно заслуженно получила вот что. Ну что, здесь у нас идет пара, рождается. Давайте смотреть, о чем здесь речь. Причем тут девушка, которая создала многое сама, даже во время вот этих разрушений. Для кого-то это лишение я и разрушение буквально в реале, ну, на физике могло что-то рушиться, и ну,
Было реально неприятно, больно, и иногда даже непонятно, почему так, почему забирают это. Для кого-то забрали место жительства, для кого-то мужчину, для кого-то вообще там все сразу бывает. Кто-то пережил какие-то проблемы, ну, все что угодно, там и здоровье, все что угодно может быть. Но смотри, насколько резкое изменение. Как будто бы все успокаивается, да, и с неба свисают, ну, плоды, плоды, которые ты создала либо до, либо во время даже вот этой паники. Хорошо. Так, что же это? Дают пару. В пару кого-то дают. Возможно, друга. Возможно, и что-то большее. Возможно, любовь. Что это? Так, надо приклеивать эту штучку все-таки. Что это? Что дает Вселенная тебе? Ну что, идет мужчина какой-то. Выходили еще эти две карты. Ты поборолась за свое будущее. И ты реально... Здесь очень красивые карты. Это светлого провидца. Они шикарны. Ну, по-другому не скажешь. И здесь девушка арканом зацепила звезду и спокойно ждет, надеется, да, что эта звездочка все-таки будет ее. Либо она сама до нее дойдет, либо. Вот. Ну, то, что это вдохновляет ее, это, конечно, да. Вот ты поборолась за это, ты выиграла. Ну что, здесь молодой мужчина, рыцарь, чаш с цветами. На белом коне с какими-то подарками приглашает тебя на, тут скорее всего на ужин, вот как-то так, такое вечернее время, да? Кто ты? Что такое? Почему разбито сердечко у тебя, маг? Маг с разбитым сердцем. Кстати, девочки, что-то мне тут идет такое. Что это значит для вас? Смотрите, как интересно. Здесь двойная информация, но в итоге это все одно и то же. Смотрите, здесь показано разбитое сердце, но здесь как будто бы частичка вашей души. Тут разорванная, сшитая. Вы человека встречаете, тот, который идет к вам, то есть ваша часть вашей души. Вот так. Не зря у нас сначала шла в потоке информация, когда душу вот буквально пришлось соединять. Частичка где-то вот затерялась, да? И вам буквально тут же дают это в пару, тут же буквально показали в сигнификации, что тут же дается в пару человек. Потому что это как последняя завершающая часть вашей души, которую ты собирала буквально по кускам. Маг в вашу жизнь заходит. Маг, который без места жительства. Это что такое за ерунда? Он... Так, смотрите, он ушел из прошлых отношений, оставив супруге все. Все. Это так и есть? Здесь так говорят, девочки, здесь вот четкая информация идет. Не показывать ни супругу, ни его, но здесь идет. Ушел оттуда, где пришлось оставить по правосудию все. Это его решение было изначально... не изначально принятое, да, он очень хотел по-другому, потому что здесь семерочка идет, как-то по-легкому не получилось. Хотел, видите, как она, давайте я вам этот ряд покажу, чтобы вы понимали, хотел быть, как, во всеоружии и делал все для того, чтобы не просто сердце склеить с вами, да, одну душу, но и, уходя, с тех берегов, на которых был, да, на другой берег, да, получается, к вам, хотел забрать с собой вот это все, что у него было, то есть то, что может. Вот эта карта хитрости, воровства, ну, она показывает то, что человек очень хотел это сделать. Не воровством, конечно же, нет, а просто понимая, что его, скорее всего, я тут вижу, жизнь поставила перед фактом. Либо любовь выбираешь и идешь, и это... Тебя должно направлять вот только любовь, да, то есть только к душе своей стремиться, к Богу, не отягощенный буквально ничем. То есть потому что здесь вот каким-то образом была привязочка. Давайте посмотрим, что там за привязка. Тут о пентаклях не речи, но вот идет информация так, что он как-то вот идет и оставляет все там. Сейчас я подтвержу, либо опровергну, сейчас посмотрю, насколько...
Да, человек трансформированный уже идет. Просто в моменте трансформации. Если помните фильм «Трансформеры», да, просто вот вспомните вот этот момент, когда он из робота в машину, либо из машины в робота. Вот он вам катится как раз вот именно на этом моменте, когда идет трансформация. Ни до, ни после. Именно в этом моменте, когда идет трансформация, сильнейшая, он... Сильнейшая трансформация. Что это значит? Ну, девочки, смотрите, тут просто меняются взгляды на жизнь, меняется абсолютно все, меняется круг общения, меняются друзья, меняются даже мысли у человека, видение у человека. Настолько серьезная здесь идет связочка. Карта силы и смерть. Здесь может быть даже затронуто физическое тело. Но он знает, куда идет. Он идет к родной душе. Хорошо. Ну вот вам дают пару. Тут же даже в сигнификации сказали. Хорошо, давайте расскажите нам высшую силу. Что это за человек? Да, видите, без ничего идет. Вот они, Пентакли вышли в своей пятерочке. Не получилось у него прийти к вам богатым. Так, что это? Были обманы и предательства, и все-таки человек выбирает душу. Я права? Да, права. Выбирает свою жизнь, выбирает жизнь, но не смерть. Хватит, скажи, говорит он с меня, вот этой четверочки мечей. Когда тело просто, ну вот оно как мертвое. Он выбирает жизнь, выбирает движение. Кто ты? Победитель. Ну что ж, тогда он победил ситуацию. Хорошо, мне интересуют пентакли, которые, в принципе, он хотел сохранить. Что это значит? Что-то материальное. Возможно, не знаю, пришлось оставить все. Вот так бывает, да, что мужчина, уходя от предыдущей женщины, он оставляет реально все. Да, кто-то рассказывает, что забирает все, кто-то делится, кто-то долго судится. Здесь не судится он. Он пытался, но не получилось, здесь видно. Там сразу карта правосудия выходит, говорящая о том, что решил, да, и вот мечом как отрезал, решение было односторонним, что я иду в новое, все. Он не смог бороться, у него просто не хватит сил на это. Пятерочка идет. Четко беру информацию отсюда, вот четко. Каждое слово выверено, девочки, каждое. Я как будто бы, вот знаете, вот в его голове сейчас. Хорошо. Так. Так кто же он? Ну, вы его видите в пажовых энергиях. Мне интересно, почему? Хотя этот паж, да, он как побеждает. Почему в пажовых энергиях? Очень спешит. Очень спешит. Опять в пажовых энергиях. Рыцарь. Может быть и по возрасту, конечно же. Может быть по возрасту. Но здесь вообще не привязываемся к возрасту. Здесь именно энергетика, когда человек, например, был... Ну вот бывает так, да, вот я сколько общаюсь с различными девушками, по большей части, конечно же, да, и есть и мужчины, с которыми, да, я веду консультации, вела, да, сейчас я в данный момент, кстати, не веду, это так, отсылочку даю на свою работу, то много информации, да, почерпнута из различных жизней. И, например, когда мужчина уходит от одной женщины к другой, он видит, что вторая видит в нем героя, а первая относилась как, ну, как Покровские ворота, да, фильм, по-моему, был такой. Вот, как она к нему относилась, как, ну, я даже не знаю, как это, тюфяк какой-то, ну, как еще можно назвать. Вот, бывает и так, да, то есть тут вот видно, что вот эта энергетика, она постепенно растет, потому что вы видите в нем победителя. Ему уже пофиг, как там, что там он оставляет, ему уже ничего не хочется от той жизни. Хотя там была стабильность. Кто ты? Растущий. Целостность. Мир. Так, хорошо. Кто ты, мужчина? Не показывается. Не показывается. А, вот он. Красавчик, дьявол. Тебе дьявол ведет мужчину? Он с тобой становится каким-то целостным.
Я смотрю глубже, я не буду говорить, что мужчина там колесит по миру. Может быть, это все туда, но здесь больше как личность показана, такая целостная. Он как будто бы понимает, что когда он с тобой, вот соединение идет, да, как будто бы нашел ту душу родную, от которой раньше отказывался, не видел. Человек огонь, он дает вам огонь. Семья. Ну, смотрите, это интересно. В потоке шла информация на воссоединение души, воссоединение рода. Она так и пришла, смотрите, как возвращение человека идет. Вы когда-то, может быть, давно душу разбросала по кусочкам. Сейчас вы вместе должны быть, вместе. Это семейный аркан идет. Кто он? Семья. Ваша семья, которую душу, которую долго держали, кусочек души, которую долго держалась, сама, наверное, держалась. По незнанию, по глупости держалась вот в этих блоках. Да, конечно же, картинки, которые показывали ему те люди, которые его окружали, были вот такие, да, то есть ты сидишь, у тебя все нормально, но это блок. Но человек берет все свои пожитки и перебирается в новую жизнь. К вам. Хорошо, все, про мужчину узнали, но я не знаю, тут работа его не показывает, кто это такой. Слишком много выложили, кто этот мужчина. Помощник. Будет вам давать денежку. Ну, или как-то вкладываться в вас точно будет. Точно будет. Но почему не показывают его самого? Защищать, это ваш шанс. Шанс исполнить даже какие-то желания. Возможно, он закрыт от вас. Серьезно? Кто ты? Не хотят показывать, девочки. Хорошо, давайте так. Если нам не хотят показывать именно, кто этот мужчина, чтобы вы прям точно узнали, ну вот прям закрыты глазки, под воду тебя уже опустили, чтобы ты точно не знала, кто он. Почему? Мы просто зададим вопрос, почему? Тут информация закрывается. Почему? Почему мы не должны знать? Потому что ты будешь ждать картинку. И это неправильно. Ты нарисовала картинку, ждешь. И ты ничего не делаешь. Почему? Почему? Потому что судьба. Тебя защищают сейчас от информационного наплыва. Не сейчас. Не сейчас. Нужно тебе нарисовать эту картинку. У тебя он и так в голове есть. Тут должно быть какой-то элемент, когда перерождение будет, да? А в этот момент обновления твоего нужно тебя защитить. Ты получаешь сейчас какие-то знания, опыт, практику проходишь. Ну, император показан. То есть тут есть мужчина, которого как-то подождать, видишь, и... Ну, не ждать, просто сидеть и тупо смотреть, а реально жить, развиваясь. Потому что вот это тупо сидение и смотрение, оно ничего не дает. Но это мужчина твоей мечты идет. Не рассказывают, не хотят рассказывать. И здесь много закрытых карт, которые говорят, что не копайся в лице. Ты будешь искать это лицо в каждом, ну, в каждом мужчине, с которым ты будешь видеться. Или же зациклишься на одном, и это будет проблема. Не будет тогда правильного хода событий. Неожиданно, да? Но то, что есть император, который через время, ну тут семерочка, что значит семерочка, встретится тебе, и он сделает тебя императрицей, все, как ты мечтала. Королева Пентаклей. Дьявол. Ну, смотрите, подсказочка дьявол, конечно. Что вам сказать? Дьявол. Это и интим, это потрясный, это и какие-то соблазны, это и что-то запредельное, да, за там, где ты еще не была. Ну, в общем, такое. Интересно. Осторожно. Раскрытие в тебе женственности. Вот. И здесь тоже, кстати, есть эта информация, да, и раскрытие женственности, и все, и защита. Поэтому немножечко подсказочек есть. Да, даже, мне кажется, очень даже сильные подсказки. Не цепляйся за образ, сразу тебе говорят. Не цепляйся за образ определенного мужчины. А хорошо, сейчас в моменте, какие есть советы? Какие есть советы?
Король Пентаклей. Это совет. Так, это что, два разных мужчины? Советы. Выбирай. Тут твоя интуиция подскажет тебе правильного мужчину. Я так вижу, что он не один будет у тебя. И правильного мужчину ты выберешь, какой тебе нужен. Ты готова уже в новый путь. Ты знаешь все шаги и делаешь первый шаг. Причем, может быть, тут какая-то подсказка будет. Либо ты сама, да, будешь знать, но тут больше идет, возможно, подсказочка. Женщина более мудрая и, или же, давайте так, от которой ты захочешь получить подсказку. Тут будет подсказка, и ты делаешь этот шаг, и делаешь правильный шаг. Это может быть YouTube, это может быть твоя подруга, это может быть мама, это все что угодно может быть. То есть не то, что более мудрая, нет. Это какое-то мудрое слово ты услышишь. Просто говорят, что женщина. Или же ты настолько обладаешь высокой интуицией, что тебе, ну вот ты и так будешь знать. Угу. Я просто вижу, девочки. Ну хотя не факт. Тут бывает, что пара складывается из двух однополярных, да, либо разнополярных людей. Дай себе время. Все, последнюю подсказочку. Вынимаем. Праздник. Четверочка. Будет свой дом. Просто наслаждайся жизнью. Знаешь, что ты под защитой Бога, под покровом. Видишь? Есть крыша у тебя, есть защита. Есть куда спрятаться, когда будет дождь, либо ветер. Ты можешь наслаждаться жизнью. Все. Вот и все подсказочки. Здесь, на этот момент. Хорошо, нам дали такой подарок. Я думаю, что на этом мы остановимся. Дальше будем смотреть и знать немножечко больше. Ну что, мои дорогие, буду прощаться с вами. Желаю вам самого наилучшего. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии, за финансовую поддержку. Пускай вам в разы больше Вселенная дает подарки за то, что вы делаете. И до новых встреч. Пока-пока.